На чем мы остановились? Помнишь? Нет. Сейчас тоже нет. Я не помню, что было час назад. Несколько дней не поиграли, но уже все забыли. Уже 10 уровня все монстры. А мы 11-10. Ты реально как будто знаешь, что ли ты играл. Корабль. Так, это у нас край карты справа, да. Значит... Ну, здесь надо пошарить, найти... А мы здесь разве еще не нашли? Нет. А, надо вон, смотри, мумия правителя. 12 уровня. Есть обсидиановая цитадель. Да, вот там туда нужно. Пойдем в ту сторону, можно через... Нет, пойдем. Промежуточного босса. Ну, либо сначала туда, типа, качнемся. Какой промежуточный босс? Ну, вот лагерь мумии правителя. Это вот выше. Ну, либо пошли туда сначала. Сейчас, что в городе? Я хоть вспомню, что я... Как все дорого. Ладно, у меня как бы я уже не возьму. Ты купила, да? Да. Угу. Сперла. А ты тогда мне можешь свою, тогда мне можешь свою отдать. Не, у меня. А, ну ладно. У тебя же такая же, только чуть похуже. Но лучше, чем моя. Да, сейчас отдам. Вот это вот. Да. Ученому? Ученому. Спасибо. Ну все, у меня больше ничего нет. Тогда на огонь еще нападаю? Да. Мы помощи не могут. Они не сражались. Слава богу. Выглянула кость. Виспы, короче, походу после 10 уровня появляются. А, ну да, как и все остальные. Че, секунду. У меня 12-го, мы с ней справимся? Мне кажется, что успеем. Ну, мы можем сразу сначала тогда пойти на... Вообще забить тогда на это задание и пойти... Что золото? В обсидиановую цитадель. А что золото? Ладно. Так, мимо проходим или... Ну, там все равно нужно вопросики пошерудить. Ладно, тогда подхожу пока к ней. Ты достаешь. Атакую. 12 уровень. Ну давай. Физики. Так, начнем. С какой? Либо с мелких убьем по-быстрому. Ладно. Начну с самой
поближе к нам. Да, понятно. Это скип, не нажимается больше. Ну, ты что делаешь? Пытаюсь попасть. Гость там окно уклонялась. Ого, блин, навешу. Ладно, это я после боя, наверное. Ого. Ну, там пока не... Ну, оно только на скорости есть. Ладно, добивай, наверное. Хочешь, могу повесить на нас звездную материю. Давай. Вешаю, да? Да, вешай. В смысле, блядь? А, 14. Блин, справедливость. Ну ладно, не так все страшно было, как я думала. Комитет группы Кошелка. Собрать. Хочу виспа убьем. Дотягиваемся? Да. Давай. Ой-ой. Как он забирает. В окно. А тут за него ничего не дали? Походу. О, моя еще. Не надо. А, блин, у меня же вот так сделаю. Угу. Окей, плюс 4 талант. Дабл. Стежабу. Я, наверное, ученый возьму. Для ученых золотистые рабо возьму. А, блин, нет. Не ученым, а... Хотя нет. Никому на мурат не буду брать. Никому не буду.
Синяя странная, вонючая, вступить. Да, там, наверное, ничего интересного сверху. О! О! Святилище спешки. Главное, сколько передвижения. А ну... Этим... Дровосеком, возьмем. Да. Это у него там 69. Грустно. Все как минимум по 6 ходит, только он до 5. Да ты со своим хорошим днем. Чего не атаковала? Блядь. Ну вот, потому что думала, что... Короче, перепутала тебя с торговцем. Так, бьем правого. Ну, ты можешь выкинуть вот эти кубы, а я со своим 90 почему-то не могу все эти кубы выкинуть. Нормально так. Ага. Тело по морде. То есть, больно. Ну, блядь. Надо его быстрее ковырять, иначе на дровокек умрет. Я думаю, сейчас снова убьет. Блядь, ничего не дали за ним. О! Похилится. Блин, опять хороший день. А чё дровосек не взял спешку? Блин, дровосек идиота. Помнишь. Ладно, потом заберу. И в цитадель заходить? Да. Съем бородку последнего и будем бить змею, если получится. Да. Змею же хотели. Нет, я же. Подумал, вы устали от этой игры. А там еще 3 сценария. Два. Этот еще 2. Блин, ну накастуй ты свою черную дыру. Чел, что с тобой? Он упал. А он из-за каменения вышел.
Ой, дай мне посмотреть, дай мне посмотреть. Мне, по-моему, кажется... Можно я надену на себя эту штуку? Надевай. Спасибо. Дай мне, дай мне, дай мне. Можно я... Я, короче, забрала у тебя. 31% крит шанса, отлично. Я могу тебе какую-нибудь шмоточку дать. Которую я только что носила. Может, хочешь? Да. У меня лучше. У тебя лучше? А что у тебя? А покеш? Что ты носишь? Нет, я... Так ты себе ее спиздил. Ну, ты ее заменила себе свою, я ее тебе забрала. Вот эту я тебе не отдавала. Вот эту ты себе либо купил, либо где-то спер. У меня... Я тебе вот эту не отдала, 8 крит шанса, я бы тебе такой никогда не отдала. Ты что, упал? Вот эту я тебе... Это у меня... у тебя на интеллект там что было? Нет, у меня на крит шанс. Вот. Сейчас, подожди. Вот это вот у меня на 6% крит шанс. Я на 8. Она фигурон. Ладно, моя как бы хоть и 6%, но она с уклонением и скоростью. Шмотку! Я тебе про шмотку говорила, нагрудник. Ща, подожди. Я хотела тебе свой отдать по ноше. У меня 8-8. Ну, мне... подожди. У тебя на талант? Ты еще талантом пользуешься? Ну, у меня, чтобы броня была. То у меня брони-то нету. А тебе вот такой не надо? Не. Откуда ты набрал тогда 80 на морга? Ну-ка, сейчас я тебя пороюсь. Вот же ты у себя роешь. А я у тебя не могу порыться. Ну ладно, я с тобой. Мне бы, конечно, это антиотраву какую-нибудь. Антияд. Ну, тут ничем помочь не могу. А нет, ну. Ну, у тебя одна только. Ладно. Я могу тебе яд дать, то, что меня не травят. У меня иммунитет к яду. Давай. Блять, готово нажала. Ладно, вот сейчас можно. Сейчас. Элитное выламывание, блядь. У меня всех. У меня сниженное. Ладно. Говори. Сейчас, стой. Ничего не делай. Да, ну, кому отдать женщину? Ученый. А чё такой маленький пузырёчек? Он же больше был. Он был, ну, такой, высокий. Да они здесь, по-моему, какие-то все уменьшены, мне кажется. Ну, пузырь был большой, а тут какой-то... Или, может быть, ракурс такой. Малютка. Подрывника бьём? Да. Да когда ты накастуешь там? Трупы начнем.
Сейчас будет лестница, давай я палатку использую. Ладно. У тебя есть палатка? Да, одна палатка есть. Угу. Буду тратить на пробежки и прочее. Барда, да? Да, барда первого. Да, но у него полностью не покатило, все равно заморозка сыграла. Кого бьем? Давай, мама. Ой, воин-зверь, который. Воин-зверь. Что, офигел? Охренеть, блин. Не пробить, не попасть. Повезло. Скрип не попал. Вампир начнем? Или как? Да, вообще без разницы. Кого угодно. Может, накастовать что-нибудь? У меня одна материя звездная есть. Как думаешь? Хочешь, наверное, кастуй? А, блин, у меня, кстати, да, накастуй. Давай череп хаоса бей. Так, что это у нас такое? Дай просто попробую сначала.
Да, спаги клоуна. А я вот... Так, сюда не нужно. А вот здесь... Не нужно. Дровосеку отдам. Спасибо. Так, теперь понятно, кого убьем. Вора. Если надо по 1000 денег. Ешь на какую-нибудь себе защиту, я не знаю. А, нет, оглушить только летучих мышей можно. Так, сейчас, подожди. Я сейчас вот так сделаю. И что нам это дало? А почему? А, 240 всплеск это крайне. Кого убить? Мышь? Да, какую-нибудь летучую мышь. Дай мне трубочи. А, у тебя одна. У меня. Ну ладно, не надо. Пусть ученые. Мои глаза. Остался один. Минус хаос или жизнь? Давай жизнь. Это жизнь. Бег. И куда? Так. И тебе где? Нужно к странствующему целителю сходить? И я нет. Нет, наверное, лучше. Чё, ну, так, давай я схожу. Там их двое. Один. А, один. Нет, тогда ученый, конечно, пусть идет.
И куда нам получается? Я бы сходил в коридор леса внизу в город, чтобы просто травками закупиться. То... Нет, я просто не понимаю, куда идти. Ну, еще один должен быть. Вот здесь, что ли, или где? Я просто, ну, вроде всю карту открыл. Я вот это не понимаю. Или где-то в зимней локации. Вот как она должна? Вот в ледяной долине, в сторону ледяной долины. Извинили, как она должна называться? Может, как-нибудь откроется, и мы пойдем. А в ледяной есть? В ледяном биоме? Было или нет? А вот, по-моему, вот это ледяной светильце, по-моему, было. Ладно, пойду по ледяной пройдусь, наверное. Давай. Что, давай? Можно мне управление? Да, эти. Мне в тот город не надо сходить, потому что там... А, уже можно сходить. Идем в Нижний город? Я могу туда один сходить. У нас денег, блин. Там все стоит по 500 денег. Верная пещера. Зайдем 9-го? Да, можно. Не могу зайти, потому что... Не дает зайти туда. Там просто не дает? А, там написано, что группа должна быть подготовлена. Ну, то есть твой чувак должен вылезти из-под земли. Мой чувак сейчас, блин, будет ковылять. О, блин, что это такое? Сфера. Как пропустить? Он еще стоит. Душный. Видимо, черный залез. За этим. Блин, здесь еще и собака. Да я в город. Давай в ледяную пещеру сначала. Нет. Группа должна быть подготовлена и находиться в трепещущий лес. Короче, я не могу туда пойти. Мне кажется, что нужно сначала задание основное сделать. Нет, это значит, что мы вот в этой локации должны быть трепещущий лес. Потому что... Ты прокрасться. Я не мог. Мог прокрасться. У тебя там фокусы до хрена. Так, купил свиток телепортации. Ой, там за... За задание можно получить мешок. Возьмем. Возьмем. Ой, ж, прям. Ой, это к нам. Куда? Я туда иду. Ого. Можешь тогда по пути корабль, ты там находишься рядом. Мантия мистика. Я тоже хочу такую. Да блин, дайте его посмотреть. Блять, я не могу, меня раздражает. Лайки. Короче, мантия мистика хочу. А, намного лучше, чем моя. 620. Будешь мне подходить, купи мне. Хорошо. Я тебе верну. Брать предмет задания и куда его надо? Ого. О, мешочек с трутом принять. Ну а тебе туда же прям. Да. Посетить, что ли, эти штуки просто и все. Рум.
А вот мантия мистика. Можешь не покупать, я сама себе куплю. Я сама достаточная. В твоем городе тоже есть. Да, то же самое было. Больше ничего, бушбородка есть. Купить. Бушборок почему скупать? Я тогда мантию мистика не... Ну, ты сначала мантию купи, потом... Блин. Да. Блин, я вообще-то думала переплыть. Ну тут есть омут. Омут. Да, можно через омут А где здесь омут? пойти. А, здесь рядом я как раз. Так, я не понимаю. Например, сюда возьмите груз, местная карта. Я направилась. Я взяла. Нет, тут два задания. А, Второй. тебе нужно, второе, тебе нужно пройти вот сюда, смотри. Вот у тебя горит. Нет, вот первое, видишь? Вот первое задание, ткни на него. Ну, что оно просит меня, я не понимаю. Ты уже взяла карту, тебе нужно вот в эту пристань попасть, солнечную. Слева. Вот справа Тортон. Какую пристань? Вот в эту? Тортон, видишь где? Нет. Вот сюда. А, все, теперь вижу. Ну, блядь. Все ляпистое, ебанское, ничего непонятно не видит. Наконец-то дошел. Я, короче, протонусь. Мне впадло. А, что-то там через омут. Проще протонуться. Собрать. Смотри, товары. Лодка 200 рублей. Основной. Портом. Вторую. Что можно купить? Хочу воротку. У меня нет столько денег, за сколько просят за эту вонючую бородку. Ладно, придется все это продать. Тебе мантию какую-нибудь нужно оставить? Не, не надо. Ты уверен? Абсолютно. Ага. Что у меня сейчас на иконе? Я там был перо на эту икону. О. Бородку. Блин, мне не хватает денег, я не могу купить. Красительный камень. Продать его тоже нельзя. Мне нечего продать. Ну ладно, не покупай, я сейчас все равно тоже, скорее всего, пойду туда. Так, ладно. Пойду, значит, другое задание доделаем. А как реально найти еще один подземелье? Там же хаос ползет. Я вам ничего не страшно. Так, а сейчас как скупорить корабль не смог. Как здесь пещера выглядела, которая вот, ну, нам из списка нужна? Я не могу сколько же с кораблем там надо делать только в гавани. Ну да. Можешь мне подсказать, как здесь выглядела пещера, вот которая по заданию главному? Где другие пещеры? Можешь мне подсказать? А, нет, я не знаю где. Сейчас будем искать. И, блядь, я про те, которые мы уже прошли. А. Так, ну первое, это вот в красном подземелье мага. Где? Я не вижу. Покажи мне вот это. Да.
здесь было? В зеленом? Я не помню. Да, я не помню. Наверное, лучше устраивать телепорт. Я сейчас попробую сюда. А, здесь нет ничего, смотри. Пусто. Здесь, по-моему, было... Кстати, здесь я не знаю. Его вниз отнести. Куда? Святилище достаточно. Я просто, ну, нажимаю, мне не показывают. У тебя, даже у меня камера, вот. Хорошо, вот смотри. Вниз, вниз. Я видела только, что вот смотри, видишь? Не работает. Не работает, потому что у тебя записка у тебя. Поэтому на тебя. Она фокусируется. Видишь? Что за эту херотень надо пройти будет. Ну, либо просто вниз. А. У меня один портал только. Сейчас, давай я к тебе портанусь. Ну, я, короче, портанусь в эту штуку. Я... Все, сделал это парашу вонючую. Теперь я не знаю, как отсюда выйти. Я зажата, блядь, с двух сторон монстрами. А еще ночной рынок есть. Где-нибудь здесь. Хотя... Внизу, видишь, сколько еще не открыто на холодном? Ой. Да. Вот туда нужно. Только я не знаю, как ты проплывешь. Никак не проплывешь. Да вот же гавань. Вот, Королевская гавань, прям рядом. И здесь еще три неоткрытых тайла. Хотя нет, здесь уже смысла нет открывать. Мы уже нашли здесь пещеру. Вот, в Королевскую гавань плывешь, скукоживаешь корабль, бежишь вот сюда вниз и здесь раскукоживаешь его. А нет, он здесь не раскукожится. Вот здесь раскукожится, в морской верфи. Либо забиваешь хер, у тебя есть 1152 денег. Вот сюда бежишь и покупаешь. Просто. Либо. Понятно? Да. Короче, очень интересно. Даже башка заболела. Блин, я не знаю, что мне тогда делать. Мне просто пускай тебя подождать или чего? Вот на этой территории мы на фиолетовой не открыли. Фиолетовый? Где фиолетовая территория? Вот это фиолетовый или что? У меня просто нет никаких фиолетовых. Что? Фиолетовый. Вот это? Да. Не знаю, там желтый, серого цвета. А где что мы на ней не открыли? Вот эти вот маленькие штуки, да? Да. Ну, лишь вот, конечно, просто бомбический. Не там вышел. Кто бомбический? Вот говорю, бомбический, не там вышел. О, отлично, мне открыли проход. Сейчас я побегу. Алло. Фиолетовую. Там пороусь.
Ого, две банки мошенника. Я хочу. Так, сейчас я быстренько продам все от меня. А как ты здесь оказался? Вот сюда пришел? Да, я из портала вышел. Я имею в виду корабль. А, там уже корабль был, но же остался один. Ну, мы же второй купили, да? Я уже просто не помню. Да, мы спиной. Это было, блин, 6 тысяч лет назад. Бородки. Куплю. Либо на этом участке. На фиолетовом там сверху. Вот этот, вот здесь сверху говоришь? Да, мне так кажется. Ну, я сейчас туда на корабле подплыву. Да? Я вот тут только встать могу, иначе меня проклятие слопает. А портал? А, ну, надо было промерить вот эти вот два. А, сейчас схожу. Да какой висп? Еще где вторая лодка, у тебя сверху едет лодка персонажа. Вот. Пиздец. Ну, здесь еще куча неоткрытых сверху. Здесь, по-моему... О, устройство культиста. О, отлично. Пойду, ладно. Оп, теперь нас двое. Подобрать тебя? Ну давай. Или ты сначала культистов устройство используешь? На силу, давай я сначала культистов устройство использую. А, ладно.
Вот, нашли. Ура. Я так и думал, что она здесь. Так, что у нас там по подбородкам и прочим? 7. У тебя есть, все есть. Да, может, да, нахер забить на это устройство культистов. И просто... Да, бери меня просто. Или мы все... Мы можем в группу войти. А, ну все, входим в группу. Входим. Дровосек элитный. Ловьем. Мака. Хаоса, волшебника. Давай. Кого бьем? Давай, наверное, сначала рыцаря смерти. Ну блин, накастуй ты свою шнягу, так трудно. Почему она когда-то два раза подряд делает, а когда-то ноль? Великий рандом. Да. О, шапка клоуна. Или дровосек какой-то. Да. Дровосек. Собрался на парад. Блин, теневого убийца мы идеально ноги. Ну, я его смогу идеально как-нибудь. Тогда я акулу. На 61. Жаль, что он... А ты банки на уклонение съел? Сейчас нет. А, ой. Ой-ой. А мне можешь? Да, и потом. Да. Нет, не сейчас. Банки вот эти, которые... А, две. Помнишь, ты нашел? Руком повышает их себя. А, да, я их не съел. Так, если мы сейчас их не убьем, я сдохну. А, блин, ладно, потом съем. Тогда лучше. Так, тогда я бью... Надеюсь, ты сейчас... О. Так, сопротивление. Ой, пусть ученые съест. Вот ученые, такая защита там никакая.
по банкам. Да сейчас, подожди мне, я доступен еще. Передал. Да? Чё-то не вижу ничего. А, вот брага. Все, спасибо. Благодарствую, 41 уклонение. Играет магом, блин, разворот его. Да, еще и с крит шансом 31. Мне кажется, дровосек был. Да, дровосек попить оттуда. Ты что за мной повторяешься? Да потому что ты просто быстрее говоришь. Что же самое? Ты можешь не слова говорить. Я говорю, дровосек может попить оттуда. Ты бы сказал там, да, пусть он сделает это. Еее! Шу, что там? Ду и там бла-бла-бла. Все, короче, едем дальше. Чешо несешь? Справедливость во имя Луны. Да. Так, с кого начать, с кого начать? Рыцарь. Да, рыцарь смерти, чтобы он метку свою не накладывал. Так он не он накладывает метку. На меня наложил метку Лукарь. Вау. Круто. У меня чел перестал. У меня, короче, было 37. Он уклонялся от каждого удара. Сейчас у него 41, он перестал уклоняться. Что-то, походу, я поломала игру. Пусть наоборот. Игра поломала тебя. Нет, игра в чем была поломана. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну, это поминки. Так, как бы сделать так, чтобы... Есть насмешка или что-нибудь такое? У тебя был, должен был быть чай, который на тебя агрит всех. У меня вот такая штука есть. Брашку можно пить. Че брашку не пьешь? Ты, блядь, вот набрал кучу мусора, ничего из этого не пьешь. Я не успеваю ходить, ее глушат. Да я не про нее, я вообще. Вот у тебя сколько раз дровосек ходил, у тебя было так много этих... Мне восстанавливает твоего перса? Себя похиль. Мне восстанавливает твоего перса? Восстанавливает. Как пропустить свой дамаг великий. И потратила на тебя, которого, блядь, сейчас дамаг будет 2 копейки. Две копейки? Да. Нихрена себе при 47 под 2 копейки. Да. Еще раз повтори, еще раз просишь? Да. Банда. Так, это... Свиток определения. Блин, пипец, короче, Сарри, свиток определения. Я прям увидел, что там. А, там сундук. Да я... Здесь так много денег. О, это мне рому надо было взять. О, смотри, такая вот шляпка. Какой был ром? Тебе ром отдать? А, не надо, у тебя тоже есть иммунитет к растерянности, так что не надо. О, балалайка. Чего мне ты не даешь? Хочешь, отдай мне. Лучше. Тень Ишияма. С кого начнем? Блин, голем молнии, он сейчас начнет шоки накладывать. Можно с него начать? Ай, блин, да без разницы, я не знаю. Я, блин, что я не могу прицелиться ни в кого.
Давай лучше не с него, давай, знаешь, с кого? Давай с Ишиямы. У меня так же бывает, надо просто пощелкать 10 раз, закликать, тогда оно переключится. Давай с Ишиямы. Пипец, блин. Две копейки. Даже нет, даже не было двух копеек. Ну давай, унеси свои 5 рублей. Четыре! Ну да, не ноль. О. Справедливо. Хоть кто-то работает. А чё в неё попало? Не знаю, что это вообще было. Справедливо. Демон или голем? Давай голема. Да, один. Моя команда перестала работать. Все приходит в голову. Блин, что он там пилил? У тебя что-то сгорел. Свиток какой-то у тебя сгорел. Да, вроде не из шмоток. Рыцари смерти. Чтобы кликалось, нужно сверху нажимать. Ну, безумная мумия. Безумная мумия, ладно. Или нет, не мумия. Давай тень. Шоуфилд кит. Шоуфилд. Речь-то. Понятно? Ты можешь так? А где справедливо? Чё-то как-то несправедливо. Так. Давай... Рыцаря. Ну ладно, давай рыцаря. О, наконец-то прохнуло, блин. Славно. Хочешь, давай потом мне ее, да? Я первый хожу обычно. Хорошо, давай. Ты что, уровень опал? Офигеть. Пропуск убрать. На крит шанс нужно? Да уж нет, спасибо, не надо. Тогда беру его. У тебя крит шанс 17 и 13. Фу. А у тебя? У меня 31. Ну естественно. Я ж тебе шмотки отдаю. Я вообще сама себе покупала. Можно мне, можно мне, можно мне? Блять, они могут вокруг просто обойти слева и справа. Ну. Идиоты, блять. Не может, видит, видишь? Да ну вон же обойти же можно. А чё ты меня кинул-то? А у меня нечего. Ну, она розовая, это что, типа текстурка не подгрузилась? Не знаю, так, я просто... Как в Гаррис Моди.
Ну, я помню это. Зря. Не, все правильно сделал, потому что сейчас. Да, по-сиански. Я неправильно. Давай. Сейчас использую сферу. Ну, наверное, с рыцарей придется начинать. Либо с духа. Давай я рыцаря сначала. Давай. Правого тогда. Сейчас я тогда вот так сделаю. А, я уже могу. Могу. Мне плюс. Прыгнула. Да в смысле? То самое-самое слабое звено. Это ж не я. У меня 33 шанс. Не могу быть слабым звеном. Вот, вот ты. Ты минус 6 сделал. Как у него, блин, 30. Зулок. Ой, еще одно звено такое себе. Я смотрю, цепь слабая. А вот смотри, у меня, видишь как? Опа, безупречно. Минус 63. А ты так можешь? Но, наверное, нет. А специально кастует мусор, он даже не бьет нас. Ты что, плохо что ли? Ну, хочется, чтобы АИ как-то осмысленно себя делал. Он тебя бафает, это нормально. Не знаю. Том, осмысленно это просто тупо атаковать каждый ход? Ну как мы. Мы, блядь. Ладно. Мы ж так и делаем. Ладно. Медленно стрелять. Да все уже, последняя комната, там будет сундук. Есть щитхаус, ты нужен? Нет, у меня на уклонение мощь. Прошли? Не знаю, сейчас нам скажут, что идите куда-нибудь. Блин, еще последнее подземелье Фарула теперь очищено. Вы рисковали жизнью и здоровьем, выполняя эту героическую работу. Да. Я думал, это, блин, еще и... Последний генератор уничтожен. Надеюсь, теперь воцарится мир. Ура! Ну, я и дальше. Как он долго разжал свои три точки. Вы все еще здесь? Ну, вообще-то, да. Игра закончилась. Мы выиграли. Идите домой. Идите поиграйте в другую игру. Уходите. Блять, ну так ты дай нам выйти, мудила. Как, ладно, какой спасибо. Какой он злой. Ну, мы еще в его подвал залезем. Там мы. А, сори, поздравляшка на другом экране. Где под... А, ты имеешь в виду сам экран другой? Круть.